Константин Случевский. Комаринская, читает Павел Беседин. Из домов умалишенных, из больниц выходили души опочивших лиц, были веселы, покончившие страдать, шли, как будто бы готовились плясать, ручку в ручку дай, а плечико к плечу, не вернуться ли нам жить? Ой, не хочу из покойничков в живые нам не лезть. Знаем, видим, лучше смерть, как ни наесть. Ах, одно же сердце у людей, одно, истомилось, измаялось оно. Столько горя, нужды, столько лжи кругом, что гуляет зло по свету ход конем. Дай копеечка, кто поможет беднякам, дай копеечку и нищим духом нам. Торопись, будет поздно торопить, сами станете копеечки просить из домов умалишенных, из больниц. Выходили души опочивших лиц, были веселы, покончивши страдать, шли, как будто бы готовились плясать.